दें कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनते हैं। То, что этот так называемый цивилизованный Запад предпочитает, этого не замечать. Все эти годы, ну послушайте, 8 лет. 8 лет. Более того, в последнее время власти в Киеве прямо начали заявлять публично о том, что они не собираются выполнять этих соглашений. Но они же говорят об этом прямо с экранов телевизора, в интернете, везде, публично говорят. Не нравится, не будем. При этом Россию продолжали обвинять в том, что мы не выполняем этих соглашений. Ну, какой-то бред просто. Театр абсурда. То, что белое, говорят, черное, а на черное, говорят, белое. В последнее время еще хуже. Вдруг заговорили о том, что собираются еще... То есть, говорят, уже давно, но начали все активнее и активнее говорить о том, что Украину примут в НАТО. Вы понимаете, к чему это могло привести? Или может привести еще до сих пор? Если это страна НАТО, в соответствии с договором об образовании этой организации, все другие члены Альянса должны поддерживать эту страну в случае военного конфликта. Крым российским, кроме нас с вами, никто не признает. Значит, они проводят военные операции на Донбассе, также полезут в Крым. И тогда мы должны будем воевать со всем НАТО, со всей организацией НАТО. Ну это что такое? Последствия понятны или нет? Думаю, что для всех понятно. Значит, теперь заговорили о том, чтобы приобрести ядерный статус, то есть приобрести ядерное оружие. Мы не можем пройти мимо таких вещей. Тем более, что мы знаем, как этот так называемый Запад ведет себя по отношению к России. Во-первых, у Украины с советских времен есть ядерные компетенции. И что касается обогащения материалов ядерных, они смогут организовать эту работу. Есть ракетные компетенции. Один Южмаш чего стоит? Создавал ракетную технику баллистическую межконтинентальной дальности для Советского Союза.